Для большинства любителей собак актуален вопрос об их взаимоотношениях с детьми. Поэтому перед тем, как завести дома питомца, полезно узнать о том, как они относятся к маленьким детям. Сегодня маленькие воспитанники летнего лагеря «Дельфиненок» смогли познакомиться с двумя замечательными породами собак. Хаски и кейс-хонд отлично могли бы подойти на роль лучших друзей для любого ребенка. Вот завтра у нас, поскольку праздник семьи, мы решили организовать такое мероприятие. Наши собачки города Конаково теперь будут участвовать в общественной организации «Шалопаи Севера». За время работы собачек получены очень интересные результаты. За год 16 детей забрали в семьи, потому что дети получили адаптацию. На мероприятие своих собак привели члены конаковского филиала Истринского клуба «Шалопаи Севера». Хозяева уже не в первый раз знакомят своих собак с посетителями летнего лагеря. Ребятам рассказали об истории пород этих замечательных и добрых собак, позволили всем желающим сделать памятные фото и даже показали, как правильно управлять собакой в упряжке. Представители пород хаски и кейс-хонд очень приветливы и дружелюбны по отношению ко всем людям. Поэтому обучить их командам нападения на человека довольно сложно. Эти собаки выводились для других целей, поэтому совершенно не агрессивны, а напротив, стараются подарить свою ласку и уделить внимание всем окружающим. Человек должен быть настоящим другом своему любимцу и помнить, что завести собаку – это прежде всего ответственный шаг. Ведь воспитание и уход за ними требует не только большого терпения, а прежде всего доброго сердца хозяина. Быть в ответе за тех, кого мы приручили, по силу далеко не каждому. И мы хотим, чтобы в нашем городе, используя собак породы хаски и других пород, тоже развивался и спорт, и реабилитация детишек, чтобы дети не боялись собак, а умели обращаться с ними, знали, как правильно себя повести, и чтобы собака являлась всегда другом. Собака – верный друг человека, который никогда не предаст и, несмотря на все проблемы, останется рядом с любимым хозяином. Прививать любовь к собакам нужно с детства, поэтому такие мероприятия стоит проводить как можно чаще.